Номинация. Автор Карновский Сергей. Серега, не менее красивый и не менее достойный, чем предыдущий. Чуть-чуть слегка приоткрывая полог. Поздравляем тебя, дорогой, ты наш. Полог таинственности. Я скажу, что Сережа Карновский был в нескольких у нас номинациях, так что вы еще его один разочек здесь. Да он вам еще надоест. Это да? Еще надоест. Иди отсюда пока. Так, Коля Кузнецова на поцелуй. Куда пошел? Финалистом номинации поэзия становится Ольга Рыкунова. Она здесь? Рыкунова, Олечка. Мы тебя любим. Нету ее. А дипломчики передадите? Паш, заберите, пожалуйста, тогда эту бумажку и передадите Оле Рыкуновой. Да. Ага. Кузнецова, судьба твоя такая. Целую Пашу, он передаст. Оле передаст. А что делать? А что делать? Что за люди, да? Мы тебя в жюри из-за этого ты и взяли. Ты думал, что? С такими друзьями врагов не надо. Так, номинация следующая у нас, пожалуйста, ребят. Дипломанты у нас. Дипломанты, сейчас, так, друзья мои. Ваши аплодисменты, вы есть там в зале-то хоть? Есть, есть, есть. Вот такие замечательные подковы вручаются нашим дипломантам. Да, может быть, не все знаете, да, что подковы-то это ручная работа, это Слава Елисеев. Елисеев сам ковал, кузнец работал. И я на сцену приглашаю Моисеева Юрия для вручения диплома и подковы. Счастливый. Юрочка, давай лапу. Подковы это... Это поэт, легнутый взад Пегасом. Понятно. Пусть вот эта подкова принесет тебе еще, да, кучу гонораров. Александр Анатольевич, озвучит, пожалуйста. Я прям засмотрелся на наших... Залюбовался. Диплом награждается дипломант 15-летний в номинации автор, председатель жюри Подберезин БМВ, а не просто БМ. И тут еще куча народу подписывались, какие-то левые. А награждается Мат Юшкин Дмитрий. Матюшкин Дмитрий. Он же Шаромыжников, не видели? Вот он грассирует тихонечко. Димочка, дорогой, мы, в общем, очень все довольны твоим творческим ростом за последние полтора года. Расти дальше и шире. Награждаем тебя. И подковы тебе. Да. Чтоб жене было что показать. Да, 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 да. Приехал конь подкованный. Отмазка для жены, вот я на фестивале был, вот, вот. Да, а мы так в дипломе написали, отмазка для жены, вот читай. Дипломом вам спасибо большое. Кузнецовой, целоваться. Дипломом в номинации «Исполнительское мастерство» награждается Лымарева Вера. Вера. Она еще один раз появится на этой сцене, я знаю. Но в какой роли не скажу пока. Верочка, молодец. Вера, я считаю, Вера это открытие нашего фестиваля. Потому что такое сочетание таланта, красоты и души и всего остального, это очень редкий такой случай у нас. А я горжусь тем, владение что... гитарой совершенно не женское. Горжусь тем, что это моя, в общем, в каком-то роде ученица. Да? Ой, да? Ой, примазался. А что я примазался? Я педагогаживал ее, тихо. Чего ты делал с ней? Педагогаживал. Ну, есть такой глагол в русском языке. Запедагогадил, короче. Ты знаешь, это уголовно наказуемо, Сергей Леонидович. Теперь уже нет, она уже взросленькая стала. Ну и, наконец, мы перешли к нашим лауреатам. Лауреаты. Давай. Ольга. Оля, подавай по одному. Ты там пошла Веру целовать? Лауреатов. Давай, давай мне. Первого. А я зачитываю. Дипломом лауреата награждается лауреат 15-го фестиваля «Дмитровская горочка» в номинации «Автор»
Черков Владимир. Черков Володя. Заслуженная награда. Награда нашла героя. Спасибо тебе за твои небеса. Володя вообще для нас тоже был, мы поразились все. Вот. Володя, минуточку. Песням. Вы пока не уходите, подержи его, Сереж. Аплодисменты, что... ребята, ну не жалейте рук. Лауреат. Спасибо, спасибо, Володя. Лауреат. Стой, не убегай. Стоп, Володя. Подожди. Ничего, подожди. Лауреат. Губу раскатала. 15-го фестиваля в номинации «Автор музыки». Конечно, он уже надоел, но награждается Черков Владимир. То есть дважды он. Да, да, да. Володя тоже открытие нашего фестиваля. Да, Володя теперь подкован на обе ноги. А я приглашаю на сцену лауреата 15-го фестиваля «Дмитровская горочка» в номинации «Автор музыки» Брыков Александр. Саша, милости просим. Вот он в шляпе. Ваши аплодисменты, человек. Человеку в шляпе. Мексиканцы. Что-то какая-то походка не твердая. Нормально. Походка победителя. Он пока дотренировывает. Саш, спасибо огромное за песни, за твои. Прекрасные. Ну я тут смогу. Александр Анатольевич, озвучь следующего. Слушайте, мне этот человек уже надоел, так. Блин. Ну и что? Награждается. Борис Щеглов, подойдите, пожалуйста. Лауреата фестиваля в номинации исполнитель. Да ёпты. Опять Карнавский Сергей. Серега, ну ты хорош вообще. Друзья, Борис Щеглов, к сцене подойди, пожалуйста. Вон он, вон он, идет, идет. Сейчас убьется. И, наконец, гран-при фестиваля будет вручать и озвучивать... Самому себе? Будет озвучивать, с частью, живой классик Борис Щеглов. Боря, озвучь, пожалуйста. Таких говорунов я давно не видел и не слышал. Да. Ты еще вообще мало чего видел-то. Да. Это разве это жизнь? Так, гран-при фестиваля. Форт Боярд. Лымарева Верочка. Гран-при. Было отрадно видеть и слышать. И вручает классик авторской песни Борис Щеглов. Когда человек прекрасно владеет вокалом и филигранно работает с гитарой, и все это вместе, и с хорошим настроением, и с таким волнением, что даже сбивается сначала, потом все встает на свои рельсы, и мы с огромным наслаждением слушали ее выступление в этом концерте. Спасибо, дорогая. Я тебе еще вот подарю книжку свою, называется «От цветущей весны до метели». Это от тебя до меня. Причем в этом случае вокал пишется вместе. Как нам нравится. И сейчас мы начинаем, значит, принимать участие в концерте будут лауреаты. А сейчас я приглашаю на сцену, Боря, далеко не уходи, я приглашаю на сцену замечательную бардессу, поэтессу Ирину Алексееву, которая начнет наш концерт. Я всех поздравляю с 15-й горочкой. Это уже 15-я горочка, это уже вершина. Поздравляю, ребята. Вот. Ну, бардессой меня еще никто не назвал. Ирочка, на ваши стихи пишут композиторы бардовские, авторы музыки бардовские песни. Ну, я, по крайней мере, знаю трех человек из моего клуба, кто пишет на ваши стихи. Спасибо, приеду в ваш клуб обязательно. Вот только без угроз. Приеду в клуб, разберусь. Нет, я порадоваться вместе с вами. Тоже приеду, порадуюсь. Хорошо. Приеду, порадуюсь. Вам слово, Ирочка.
А так песен уже там больше 130. Я вам, вот, ребята, прочитаю стихотворение, которое в этом году так вот повезло. Олег Митяев вытащил на гитару, вот, которое я читала впервые в жизни на гитаре Грушинского фестиваля. И, конечно, ужасно волновалась, а сейчас, вот, понимаете, я не меньше волнуюсь. Вперед! Посвящение Булату Акуджае, ему юбилей в этом году его, и всем нам на его строчку. Давайте говорить друг другу комплименты. Давайте говорить, пока еще возможно. Пока еще стоим у бездны на краю. Конечно, будет там наслушаться несложно красивых, нежных слов, полным-полно в раю. А здесь, а в толчье, в ночи, в метро, на кухне, под утро, среди дня, при встрече, на бегу, пошли нам, Бог, слова, те, от которых рухнет стена между людьми на этом берегу. Давайте говорить, разбрасывать по свету слова своей любви. Зачем нам их беречь? И пусть их подберет когда-то кто-то, где-то, и сердце исцелит подобранная речь. Давайте говорить друг другу о хорошем, хвалить за малый труд, за взгляд или за шаг. И пусть никто, никто, никем, никем не брошен, безмолвие пустом, и будет только так. Давайте говорить родным и близким людям, растрачивать для них заветные слова. Чем больше отдаешь, ведь больше и прибудет. Не бойся, не молчи, любовь всегда права. Ты выскажи ее, покуда сердце бьется, покуда мы еще на этом берегу. Пусть слово о любви для каждого найдется. Под утро среди дня, при встрече на бегу. Ирина, спасибо большое. Уважаемые поэты, конкурсанты, я хочу, чтобы вы брали пример, потому что чтением своих стихов можно их убить, а можно их возвысить. Вот берите пример с Ирины, и свои стихи нужно тоже уметь хорошо подать. Сейчас я приглашаю на сцену классика авторской песни для открытия концерта. Борис Щеглов, ваши аплодисменты. Нет гитары. Гитара есть, она, ее даже видно. Ребята, гитару слышно? Я по старинке выступаю без батареек. Играю на старинной семиструнной гитаре. И песня, с которой я начинаю, она тоже была написана очень давно. Мне помогает мой постоянный и замечательный товарищ, тезка Борис Поляков, виртуоз. Ой, Володя Поляков, он, только он может быстро подхватить
моей гармонии подыграть мне. Сейчас попробуем. По традиции первую песню я посвящаю отчаянным девушкам, живущим в палатках, несмотря ни на какую погоду, ни на какие дожди, да, захваченные песней, туризмом. Вот, а то у меня физиономия в клетку, как будто я... О, здравствуйте, люди! Привет! Добрый вечер! Полярный Урал, 64-й год. Магнитная разведка шатает на маршрут. Магнитная разведка и в стужу, и в жару. Уходит по туманам, приходит по росе. Магнитная разведка шагает больше всех. Магнитная разведка шагает больше всех. Рубахи к телу липнут, вершина высока. Как боги по лету мы бродим в облаках. Стремучий горный круче, увидишь, как во сне коричневые тучи. И васильковый снег, коричневые тучи. И васильковый снег. До чертиков усталый, Бог сляжет у ручья. Девочка на парне, кудряшки по плечам, головку запрокинет и тихо запоет. Ах, милые богини, отчаянный народ, с такой ты разделишь тепло и без сухари. С тобой не срабеешь, с тобой не сгоришь. Такую по секрету у счастья попрошу. Магнитная разведка уходит на маршрут. Магнитная разведка уходит на маршрут. Что музыка проходит сквозь все облака прямо к звездам, поэтому, чтобы над нашей поляной сегодня не было дождя, я специально пою такой роман-заклинание, называется «Большая медведица». Я думаю, мы скоро ее увидим. Припев все подпевают дружно, чтобы достало до самых, да, до самой большой медведицы. Когда мы с тобой летали, беспечные, словно дым, люди не понимали, куда мы с тобой летим. Сладостно на рассвете жадно впивает грудь. Солнечный теплый ветер, млечный прохладный путь, млечный прохладный путь. На большой медведице звездная роса, до большой медведицы лету полчаса. На большой медведице дышится легко, от звезды до звезды недалеко, от звезды до звезды недалеко. Но по неземным пределам нам не скитаться вновь.
голуби обгорели, рухнула та любовь. Все, что мы так любили, или один любил, мы на лету разбили, или один разбил, или один разбил. На большой медведице звездная роса, на большой медведице лету полчаса, на большой медведице дышится легко, от звезды до звезды недалеко, от звезды до звезды недалеко. Вспомнишь тебе едва сердцем немолодым, как мы с тобой летали, беспечные, словно дым. Снова земная осень, грустная без конца, мимо меня проносит маленькие сердца, маленькие сердца. А на большой медведице звездная роса, а до большой медведицы лету полчаса, на большой медведице дышится легко, от звезды до звезды недалеко, от звезды до звезды недалеко. А следующую песню я хочу посвятить нашему замечательному, уютному, душевному фестивалю. По-моему, от Большой Медведицы уже отделились звездочки. Посмотрите, бегают уже. Да? Медвежата уже. Ах, что за вечер, что за вечер, какой небесный льется свет. Мы вновь свободны и беспечны, как будто нам 17 лет. Не изменив привычки старые, поем, как птицы на заре. И только песня и гитара чего-то стоят на земле. Ведь только песня и гитара, ведь только песня и гитара, ведь только песня и гитара чего-то стоят на земле. Пускай друзей ушедших души слетят с окна на огонек, что вместе с нами петь и слушать мы страхаем вечерок. Судьбы жестокие удары хотят нас выбить из седла, но только песня и гитара волшебные крыла. Но только песня и гитара, но только песня и гитара, но только песня и гитара, как два волшебные крыла. Как много боли и разлуки, весь мир в безумии погряз, и лишь друзья, сплетая руки, спасают нас, спасают нас. Дымятся новые пожары, грозятся смутой на Руси. Нас вместе с песней и гитарой Господь помилуй и спаси. Нас вместе с песней и гитарой, нас вместе с песней.